Наступил праздник 9 мая, 75-летие Великой Победы. Победа наших предков далась очень дорогой ценой, ценой человеческих жизней. Не было в бывшем Советском Союзе и Европе такого народа, который не поднялся бы на борьбу с фашизмом. Поэтому День Победы – это праздник один на всех. Ничто не забыто, никто не забыт. Мы всегда будем помнить подвиг наших дедов и прадедов, бабушек и матерей, даже если мы не знаем их имен. Подвиг останется в сердце. Помним, любим, скорбим. Ровно 75 лет назад закончилась одна из самых жесточайших войн в истории человечества, затронувшая каждую семью. Закончилась миром, благодаря солдатам советской армии. Сегодня мы просто хотим поблагодарить их за это, за то, что многие из них ценой собственной жизни подарили нам наши. Спасибо вам, дорогие наши ветераны. Дорогие ветераны, мир вам шлет поклон земной, и на всех меридианах чтут ваш подвиг фронтовой. В этот светлый день России постарайтесь не грустить. Выше голову, родные, дай вам Бог еще пожить. Я порой себя ощущаю связной между теми, кто жив и кто отнят войной. И хотя пятилетки бегут торопясь, все тесней эта связь, все прочнее эта связь. Я связная, пусть грохот сражений стих, донесением из боя отстался мой стих. Из котлов окружений, пропастей поражений, из великих плацдармов победных сражений. Я связная, бреду в партизанском лесу, от живых донесения погибшим несу. Нет, ничто не забыто, нет, никто не забыт, даже тот, кто в безместной могиле лежит. Юлия Друнина. Сегодня главный праздник для нашего народа. 75 лет Великой Победы. Нет слов, чтобы передать все чувства, наполняющие душу. Мы хотим выразить глубочайшее уважение всем тем, кто внес неоценимый вклад, кто хоть как-то причастен к этой дате. Мы преклоняем головы перед теми, кто положил свои жизни в бою за Родину, и сердечно благодарим тех, кто трудился в тылу на благо фронта, отдавая свои силы. Спасибо вам, сотворившим великий подвиг для будущего поколения. Спасибо за мирное небо над головой. С праздником! Светлые, радостные майские дни 1945 года, Дни Победы, не забудутся человечеству никогда. Прошло уже 75 лет, а подвиги наших бойцов все еще живы в памяти людей. Пока жива память о них и их подвигах, живы и они. Вечная память героям. Никто не забудет, ничто не забудет. Блокадный город, город в блокаде, те времена недалеко ушли. Мы видим в небе, будто озаренье, снаряды толпами стремятся вниз. К поблекшим стенам жмутся дети. Печурка слабый дарит свет, она как будто бы не греет, почти напрасно топят, спору нет. Все небо будто посерело, с него снаряды сыплются гурьбой. Как будто неземную кару тот город заслужил за век людской. И люди, отощавшись позаранку, плетутся на заводы помогать. Есть те, кто там же ночевал и прямо за станками спал, чтоб силы сохранять. А дети... Крохотные ребятишки по крышам скачут, тут веселья нет. Они снаряды те столкнуть стремятся, стремятся ну хоть как-то помочь тем, кто обездолен, как и они все. Недалеко ушли все эти годы, и их запомнить нужно навсегда, чтоб, не дай бог, случилась снова такая страшная, кровавая война.